Иное измерение русской культуры. Михаил Васильевич Ломоносов. Сатирические стихотворения. Читает Евгений Бразов-Прыжковский. Жениться хорошо, да много и досады. Я слова не скажу про женские наряды. Кто мил, на том всегда приятен и убор. Хоть правда, что притом и кошелек не спор. Всего несноснее противные советы, упрямые слова и спорные ответы. Пример нам показал недавно мужичок, которого жену в воде постигнул рок. Он к берегу пришед, увидел там соседа. Не усмотрел ли он, спросил, утопший следа? Сосед советовал вниз берегом идти, что быстрина туда должна ее снести. Но он ответствовал: «Я, братец, признаваюсь, что век она жила со мною вопреки. То истинно теперь о том не сомневаюсь, что, потонув, она плыла против реки». (1747). Опубликовано в книге «Сочинение Михаила Васильевича Ломоносова в стихах» под редакцией Арсения Ивановича Веденского. Санкт-Петербург. Издание «Маркса». 1893 год.